дубль 3. Вот представляете, у меня такая мысль возникла. А, три трансухи, как я сказал, ну не три, стояли а две. Стояли под окном, да? Нет, две трансухи. Вот Саманта, Гризольда, ну и одна, не то сын, не то дочь. Да. Ну, да. Женщина, сиська. Не до бога, не до людей. Да-да-да. Кто бы нам мог подумать, знаете, что мы стоим в центре Одессы. Одесса. Родительный. Родительный под... Какой родительный? Родительный под... родительный меня, да. Одесса, да. Стоим в центре Одессы. В 4 часа. Светает. 4 часа светает. Какая-то херня, вон, смотрите, там пшикает постоянно. Пшикает. Пшните Саманту в жопу. Потрогай. Идиотки, блядь. Я наконец-то помоюсь. Грязная шлюшка. Что такое, Олег? Ты же девочка, Олег. Вот такая важная сестра Олег. И вот такую вот херню, вот мы стоим, вот просто... Такую херню мы снимаем это утром. Не, ну на следующую вылазку, на вылазку надо сделать срочно днем, потому что людей попугать. Она, кто знает, вдруг не попугаем, а вдруг порадуем. Порадуем, да, обязательно. Да. Даже могу сказать, что у нас здесь очень красиво, замечательно. Мы вообще любим наш город, мы любим нашу страну, мы любим всех вас. А ну-ка, девочки, скажите, как мы любим кого? Саманта Джексон любит просто инопланетян. То есть они ее любят, она любит их. Марсиане просто у нее постоянно в одном месте. У нее марсиане с детства. Говори, кого любим. Ну не надо говорить, что моя мама Жанна Агузарова. Не раскрывай все мои карты. Ну я понимаю, что я наполовину марсианка, наполовину агузарка. Но вот это... Желтые ботинки я не пою. Не пою, не умею еще я. Не вечер, не умею. Но это только начальные репертуары, но скоро будут желтые ботинки, зеленая голова, красные глаза, и тогда на и революция будет, и будет, и мальвы будет, все у нас будет. Все разные будет. Песни будут. И обязательно в живом исполнении. Ну, во всяком случае, в моем. Ой, я умею. Фу, сиська. У нее в живом... Нет, то, что она поет, так поет, это я ничего не могу сказать. Я, конечно, я не берусь громко утверждать. Наверное, не стоит о себе говорить так хорошо. Но скажу, что я, Саманта Джексон, главный живой вокал всего трансушного шоу-бизнеса Одессы. Самое главное, вот я не скромная. Это, вот это удар под дых. Лично мне, так как я себя считала самой главной поющей артисткой в этом городе, тут какая-то пришла вот эта длинная кобыла, которая кричит, что она лучше меня. Ну ладно, я согласна. Она не кобыла, она кабуча. Ты кабуча. Она, вот смотрите на нее, женщина-лошадь разминается. Так что вот так, мы дорогие. Зарядка. Давай, давай, давай. Девочка разминается. У нас продолжает светать. У нас утренняя гимнастика. Да. Начинаем с утренней гимнастики. А теперь, девочки, 3-4. Ну, давайте. Давайте. Да куда? Что мы там делаем? Правую ногу. Раз, два, три. Раз, четыре. Выше, Алекса, выше. Давай, оп. Видите, у тебя растяжка. Короче, это дурдом. Такую херню я еще ни разу не снимала. Ровную линию давай делай. Все.